Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы поиграем в игру под названием MTB Freeride. Короче говоря, пока я начинал запись, тут меня уже обогнал какой-то зеленый чувак, и, короче говоря, попросили меня снять эту игру, и я эту игру знаю, я эту игру у Куплинова видел давно когда-то. Игра вышла в 2013 году, ей получается в этом году уже 10 лет исполнилось. И Куплинов ее снимал тогда же, в 2013. Короче говоря, пришлось тут повозиться немного в настройках. Уменьшить разрешение, уменьшить FPS до 50, потому что иначе бандикам просто не может справиться с этой игрой. Во время записи все нормально, а вот на записи просто ужасно. И текстуры пропадают, мелькают. И FPS проседает до неиграбельных значений. Вообще. Короче говоря, игрушка максимально вообще простая. Ну вот максимально просто простая. Я после запуска ярлычка, мы сразу же попадаем вот в игру. Никакого меню, мы сразу попадаем на стартовую позицию. Так, вот здесь у нас 5, короче, карт. Ну и меню, в котором можно... Вот, так, вот какие-то куби с Half Real мод поставить. Так, какой-то чувак нас обогнал уже. Поехали. И до этого тут стояло у меня где-то... блин. Короче, стояло где-то там больше... Там несколько сотен FPS было, и, похоже, бандикам с этим не справлялся. Сейчас стоит 50, наверное, справится. Так, чтобы перезапустить, нажимаем вот это. Так, поехали за этим чуваком. И... Давай! Блин, падает он прикольно, конечно. Мне прям нравится. Куплинов, когда ее снимал, он тоже с угарчиком, так сказать, ее играл. Давай! Езжай нормально! Да, прикольно. Нет, давайте попробуем поехать, короче, за ним. И давай. Так, нашего велосипедиста что-то качает туда-сюда, я не могу ехать нормально. Так, куда чувак поехал? Направо. Следуем за ним. Где он? Туда, что ли, поехал? Давай! Я выдержал. Куда там дальше поехал? Так, дальше чувак у нас, короче говоря, не едет. Давайте объедем и посмотрим на него поближе. С другой стороны. Блин, он в этом, в шлеме. В шлеме, понятно, я думал лицо, сейчас его посмотрю. Ну да, в шлеме на таком надо все-таки. О! Птички тут у нас. Ну, графика на самом деле неплохая. Особенно в разрешении Full HD, но я, как уже говорил, из-за того, что проблематично бандикам записывать, пришлось понизить до 720p. Так, а давайте попробуем. А давайте поедем вот туда. Там, может, туда лучше поехать. Ну, не знаю, что-то не похоже. Здесь у нас отображаются эти километры. Километры в час. Собственно говоря. Управление, кстати, очень неудобное. Управлять нужно стрелочками. Не VASD, а именно стрелочками. Но я играю одной рукой, по сути, ими. Блин, я такие сальтушки сделать не могу. Почему он может, а я не могу? Какого фига? Ой, меня опять качает. Что-то вообще жестко прям.
И уехал чувак опять куда-то у нас. Так, ладно. Давайте карту изучим с вами. Никакого финиша в этой игре нету, это просто так кататься и... Вы представляете, как он жопу себе отбил. Блин, давайте по этим хреновеньким местам не поедем. Давайте поедем туда, к примеру. Нет, это плохая идея была. Совершенно плохая идея. А то что меня гаджает так сильно? Так. Ну-ка, давай. Блин, похоже, вариант ехать только по вот этой тропе, потому что туда... А, кстати, а что? Может назад лучше поехать? Давайте поедем назад. Так, ну здесь ничего нет, тут просто тупик. И там что-то я тоже никаких этих проходов нормальных не вижу. Здесь вообще обрыв, туда лучше не прыгать. А давайте спрыгнем. Да, не надо прыгать сюда было действительно. Не, ну падает он угарно вообще, мне прям нравится. Не, давайте попробуем доехать до конца, и я хочу там еще покататься. Давай, снижай скорость чуть-чуть. Не разгоняйся, помедленнее немного, давай. Так, ладно, он поехал туда, мы поедем... Так, мы сможем тут нормально спуститься. О, нет, я туда не поеду. Ну нафиг его, вообще. Красивый лес, мне нравится в этой игре мир. Довольно-таки милый. Но, карта, конечно, понятным делом, ограничена игра, и, как я уже говорил, максимально простая, бесконечного мира здесь быть просто не может. Вот уже, кстати говоря, конец карты. Конец карты. О, блин! Блин, вот это вообще... Я не могу, вот это меня просто прикалывает. Ну это вообще жесть какая-то, какой огромный зуб. Вы посмотрите, 800 км в час, 900 км в час, 1000 км в час. Меня трясёт вообще, я не могу. Блин, вот... Вылет за текстуру, ну это вообще просто огонь, я угораю над этим, ну это класс вообще, я не могу. Блин, вот падать тоже меня просто прикалывает. Давайте следующую, короче, карту. Блин, вот это что-то, ну вот это что-то чересчур какой-то. Как-то я не смогу тут так ехать. Так, блин. Куплинов тоже выезжал за карту. По-моему, кстати, вот здесь он вылетал за карту. Он тоже... Его тоже это прикололо. Блин, не получилось. А, мы без велосипеда падаем за карту. И можем видеть и кверх ногами. Вон, видите, деревья там. Не, ну вот эта дрязка меня вообще просто подкалывает. И опять километры. 400 километров в час. 500 километров в час. 600 километров в час. 700 километров в час, 800 километров в час и так далее. Она вот увеличится, но без велосипеда такого угарного звука мы не слышим. Это вообще... Не, я хочу с великом туда. Я с великом, вот с великом вообще просто подкалывает. Нет. Да блин. Ну не могу, не получается. Так, да, нет, давайте с великом, надо с великом туда упасть. Давай, по-нормальному. По-нормальному. Да блин, ну с великом не можешь что ли упасть? Я с великом хочу туда заехать. Ну-ка, давайте помедленнее поедем. Чтобы не... Да проклятое дерево! Аааа!
я не могу на это смотреть! Блин, это просто... это вообще жесть, вообще я не могу. Какой ужасный звук. Как трясёт-то жестко. Так, давайте третью карту, короче. Так, короче говоря, здесь мы вот на такой вот дорожке попадаем сразу. Так, я застрял. Застряли мы в текстурке, а так, короче, надо их побыстрее. Так. Ну-ка. О, обрывчик. А! Больно. Да хорош крутиться, стой, блин. Какое яркое солнышко. Жалко, с темного времени суток нет в игре. Ночью было бы тоже, наверное, угарно покататься. Собственно говоря, вот. О! Птички. Птичек я люблю послушать. Реально интересно. Так, давайте по дорожке вот поедем. Да не в обрыв, стой! Кстати, там тоже за карту можно выехать. Если аккуратно спуститься. Да остановись ты! Он разгоняется сильно. Нет, туда я хрен вылечу там за карту, потому что туда очень тяжело спуститься. Почти не спустить, почти невозможно. А назад? А что будет, если назад поехать? Ну-ка. Что если назад? О, я встал. Только я ничего не вижу вообще здесь. Вот. Застрять в дереве сейчас вообще не вариант. Птички, ну это прикольно. Ну блин, ну вот это меня просто подкалывает, я не могу. В космос на велосипеде летим. Как и говорил Куплинов. Так, давайте по центральной дороге, в общем, поедем. Блин, это какой-то тут сложный спуск. О! По какой бы лучше дороге-то ехать? Нет, туда не вариант. Блин, зачем я начал сворачивать? Так, давайте, надо, короче, прямо, наверное, ехать. Видимо, действительно нужно прямо, потому что тут более-менее нормальная дорога. Ты куда так разогнался, блин? Короче, давайте четвертую карту выберем. Так, вот здесь у нас таблички. И таблички, кстати говоря... Блин, не получилось врезаться. Таблички... Можно ли сбивать? Я хочу посмотреть. Таблички сбиваются или мы сквозь них проходим? О, таблички сбиваются! Это была мгновенная карма. Сломал табличку, получил... Расшибся жопу. Давайте вторую. Вот это я не представляю, насколько больно сейчас бы было. Колесо аж улетело. Колесо же летело, тут велик нафиг может вообще разлететься на кусочки. Врезался туловищем в табличку и улетел прямо на эти камни. Ну это же вообще, это... Все кости бы себе переломал. Давайте так, куда бы лучше поехать? Да стой, остановись, подожди! Я хочу поехать. Нормально. Так, а если я просто спрыгну? Просто спрыгивать тоже не вариант. Опять там, по-моему, колесо поехало. А сзади? Ой. Головой мост задели. Тоже не особо-то вариант ехать тут назад. Остановись, я хочу поехать направо. Повидать этот мир. Так, поваленное дерево. Застрял я, похоже.
Как отсюда выбраться теперь? Это настолько сильно расхреначил велосипед от такого. День я стой! Нет, я хочу в более это плоские эти. Вот здесь по полям, более плоским полям покататься. Здесь более безопасно. Только вот такое чувство, что листва в воздухе висит. Как-то. Ой, и последняя карта Хилл. Мы сразу же появляемся перед табличкой. Да, сшибать ее не следовало. И тут, а что написано, кстати, на ней? Опасно. Короче, опасные спуски здесь. Зачем я вообще назад поехал? Вот скажите мне, пожалуйста, а? Хотя я сам себе должен этот вопрос задавать. Блин, вот. А, еще табличка сзади. Да, вот. Таблички нельзя сшибать, иначе расшибешь сам себя. Но сзади что-то есть, по-моему. Да ё-моё. Здесь, короче, вот 6 км в час. Но подняться мы все же можем сюда. Велосипед у нас такой вот. Кстати говоря, у меня в деревне велосипед есть тоже скоростной, но у него там еще спидометр есть. Здесь, ну здесь спидометр так, по сути, вот здесь, но, наверное, было бы все-таки прикольно, если бы на велосипеде на самом скорость бы отображалась. Хотя тут скорость персонажа нашего считается, а не велосипеда. Потому что мы же падали за карту без велосипеда. Тоже выглядело прикольно, но с велосипедом это вообще просто угар. Опа, что это за подъем? Но мы фиг туда заберемся. Мне кажется, мы просто башкой ударимся об этом. Или просто... Так, а теперь давайте, в общем, посмотрим... Вот это вот, что такое? Hiles for Real Mod Cubes. А, это какие-то объекты появились. Это типа подвеска, что ли, настраивается? Это спринг. А, вот. Вот, это спринг, это подвеска, похоже. А дампер это... Мне что-то сначала казалось, что он приподнимался. Нет, он не приподнимается. Вот что такое дампер, я не понял. Короче, вот такие вот объекты непонятные, чувачки вот эти зеленые, зачем это появляется? Ну вот, я не понимаю, что это за объекты, они, не знаю, зачем они вообще нужны, но они как будто не отсюда, они здесь не нужны в этом мире. Так, на дёртс. Вот здесь они еще более-менее органично смотрятся. Здесь вот эти, если поставить, то они более органично смотрятся. Вот на первой карте они смотрятся абсолютно не в кассу. Вообще. А, подождите! Секунду, так. Ну-ка. А я, кстати, никакие кнопки сейчас не жму. Ну-ка. Ну да, тогда он тут вообще заберется, блин. Ага, да. То есть, по сути, здесь... Я понял. Никаких... Тут карта одна всего на всю игру. Это разные точки спауна были. Отлично, мы в траве. Не, вот это я попробовать хочу. Но вот эти ящики, они реально просто не в кассу в этой игре. Зачем они нужны? Это тестовые какие-то объекты, что ли, наверное, были. Нет, я хочу попробовать. Ой, не, не та трасса. Просто дёрться, я хочу вот здесь. Вообще больно. Ну,
Так, а я смогу вот здесь завернуть туда? Не, нифига не смогу. Лучше ехать по этой дороге. Ехать и аккуратно ехать. Я еду по земле, блин. Да блин! Как только начинаю петь, так сразу я падаю. Да ты не вообще что ли ехать нормально не можешь? Да и проезжали же уже как-то. Я еду по земле. Упругий парус, ветер, но я еду по земле. Меня никто не остановит. Блин. Посторонись, народ. Опасен мой полет. Блин. Каждый видел, я здесь лидер. Тут струя песка. Вперед, вперед! Вперед, едь нормально, давай, 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 тихо, держись, 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 не падай, блин. Нет, звуки падения это вообще что-то. Нет, не, вот это, не, мне вторая больше всего понравилась, вот это вот, ну не то, что понравилось, это больше всего мотивирует тут проехать. Смогу ли я тут нормально приземлиться вообще? Не получается что-то, нифига. Давайте другим боком туда. Хотя, по-моему, даже пробовал. О, так, что-то не получилось у меня туда свернуть. Давай, 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 нормально. Во-во-во, блин. Вот только показалось, что приземлился, а в итоге нифига не приземлился. Да блин! Вот как приземлиться по-нормальному? А, слушайте, вот что я хочу сделать. Я туда заезжал уже, но я что-то уже забыл. Я пробовал заезжать на верхушку или не пробовал? Я хочу вот так вот заехать вот так. Нет, это совершенно не вариант. Стой. Да, земля прям пиксельная. Я не это хотел выбрать, подождите. Я вот разбиваться в этой игре весело. Разбиваться весело. Ну а суть игры для меня... Блин. Опять велосипед разлетелся на кусочки. Но вот суть игры, честно говоря, мне не ясна. Тут толком абсолютно делать нечего. Опасен мой полет, я вам всем говорю. Да что ж такое, а? Блин, мы так до бесконечности, что ли, делать будем? Я хочу встать нормально. Вот после этого... Да ё-моё. Опять камушки дурацкие. Я хочу попробовать реально вот тут проехать и... Землиться нормально. Вот что-то в ESD можно делать, какие-то наклоны, но... Не получается вообще. Нифига не получается. Ладно, ребята, давайте закончим на этом этот трэш, блин. Если честно, я не смог понять суть этой игры. В ней толком нечего делать. Чисто поугарать. Вот поугарать чисто пойдет. Ну а так... Здесь нельзя выиграть. Никакого финиша здесь нет. Тут просто кататься, разбиваться и угорать над этим. Больше ничего. Давайте на этом закончим. С вас лайкос, подписосы, с меня эпичные видосы. Так сказать, еще раз поздравляю эту игрушку с десятилетием. И... Это, подписывайтесь на стримский канал, субтитры ВКонтакте. И всем пока.